Приветствую вас, командиры! Вы на канале Battleship. И сегодня у нас заключительное видео по командирам. Ранее я выпустил два видео про командиров на эсминцы и линкоры, где подробно рассказываю, кого лучше всего назначить и как лучше всего настроить данных командиров. Ссылки на эти видеоматериалы будут закреплены в описании под видео. Также, если у тебя нет желания смотреть это видео полностью, а тебя интересует лишь одна из наций, которую мы будем сегодня рассматривать, тайм-коды видео будут закреплены комментарием под видео. В этом выпуске мы поговорим про командиров на крейсера. Забегая наперед, хочу сказать, что здесь не все так однозначно. Крейсера можно настраивать по-разному и с успехом. Да, и настройка перков на каждый из крейсеров требует индивидуальности. Здесь не получится, как на линкорах, одна настройка на все корабли. Так что будем рассматривать все максимально подробно, и в этом выпуске вы узнаете, какого командира назначить и как его правильно настроить на свой крейсер. С вас, как всегда, приветствуется подписка на канал и царский Лукас за мои старания. Ну а мы начинаем! Будем идти строго по списку, и первый у нас на очереди командиры на американские крейсера. И на данный момент в игре на американские крейсера существуют 4 командира, а именно Норман Скотт, Томас Кинкейд, Виктор Эйнштейн и командир Азур Лейн Балтимор. Все командиры хороши по-своему. Например, Норман Скотт придаст максимальную убойность и точность ваших орудий главного калибра. Томас Кинкейд придаст вашему кораблю скорости, маневренности и живучести и улучшит оснащение сонар. Виктор Эйнштейн, в свою очередь, совмещает в себе навыки Нормана Скотта и Томаса Кинкейда. А вот командир Азур Лейн Балтимор – это тот же самый Норман Скотт, но с одним дополнительным перком, который очень неплох для американских крейсеров. Ну а теперь рассмотрим каждого из командиров подробно. И я расскажу вам, кого назначить в качестве основного командира на все крейсера США. Итак, роль основного командира на все крейсера США берет на себя командир Норман Скотт. Именно этот командир раскроет весь потенциал американских крейсеров. Скотт обладает очень полезным базовым навыком под названием «Прямой удар», который улучшает кучность ваших орудий главного калибра. Теперь давайте поговорим, как же его настроить на американские крейсера. Учитывая то, что у нас есть тяжелые и легкие крейсера, некоторые настройки его перков будут меняться. Сейчас я покажу, как настроить Скотта для таких крейсеров, как Пенсакола, Нью-Орлеан, Индианаполис, Балтимор, Вичита и Аляска. На первой лестнице перков выбираем, что вам нравится больше. Увеличенный шанс поджога или же увеличение дальности. Оба перка подходят, так что тут на ваш выбор. На второй полке ставим перк огненный для еще более увеличенного шанса поджога. На третьей полке перков выбираем пробивание для улучшения пробития бронебойных снарядов. На четвертой полке выбираем целеустремленный для еще более кучной стрельбы. А легендарный перк советую установить — заправочная станция, чтобы сократить время вашей перезарядки главного калибра, а также увеличить дальность выстрела. На вдохновление советую установить Николая Кузнецова для увеличения дальности выстрела и итальянца Франческо Мимбели для сокращения перезарядки главного калибра. Ну а теперь давайте настроим Нормана Скотта на легкие крейсера США, такие как Даллас, Елена, Атланта, Флинт, Кливленд. По сути, можете использовать точно такую же настройку, как и на тяжелые крейсера, но, например, на Атланте и Флинте на третьей полке я бы посоветовал установить перк «Вооружен и опасен», чтобы видеть, когда и сколько вам по вам целится противников. Плюс к этому вы получите дополнительное рассеивание снарядов по вам, а пробой бронебойных снарядов Атланте и Флинту просто-напросто не нужен. И на вдохновление я бы посоветовал назначить Гуничи Микаву и Андре Лиманье. А на остальные легкие крейсера подойдет та настройка, о которой мы говорили чуть раньше. Следующий командир — Томас Кинкейд, придаст вашему кораблю живучести, скорости и маневренности. Если захотите попробовать его в качестве главного командира, то перки ставим таким вот образом. А вот Виктор Эйнштейн, если такой, конечно же, у вас имеется, обладает неплохим базовым навыком под названием «Волчок», который увеличивает скорость поворота орудий главного калибра крейсера. Если захотите использовать его, то перки ставим таким вот образом. Командир Азур Лейн Балтимор стоит настроить вот таким вот образом, подбивая итог американских командиров. Делаем вывод, что основной командир на американские крейсера – это Норман Скотт. И я советую всем прокачивать и назначать именно его. А сейчас на своих экранах вы видите все возможные вдохновления для командиров на крейсера. Подберите того, кто лучше всех прокачан или же больше подходит к вашему стилю игры.
Следующая ветка – это Япония. И на японские крейсера на данный момент существует три профильных командира, а именно Исороку Ямамото, Азурлай Натага и Гуничи Микава. Если брать в целом, то номер один на японские крейсера должен быть командир Азурлай Натага, но так как не у всех он имеется, то командиру, замещающим его, должен быть Исороку Ямамото. Исороку Ямамото доступен для всех пользователей игры. Справедливости ради, начнем с него. Ямамото обладает неплохим базовым навыком на улучшение пробития бронебойных снарядов, но по сути он нам не особо нужен, так как японские крейсера в основном играются от осколочно-фугасных снарядов, и это их преимущество. Ямамото должен быть настроен таким вот образом. На первой полке перков я настоятельно советую вам поставить перк на увеличение дальности стрельбы, так как японские крейсера не славятся своей броней. И лучшая тактика – это настреливать урон фугасами с дальней дистанции. Остальные перки расставляем в таком вот порядке. Лучшее вдохновление, на мой взгляд, для Ямамото является итальянец Мимбели для сокращения перезарядки главного калибра и советский командир Николай Кузнецов для увеличения дальности стрельбы. Если же у вас имеется командир Азурлай Натага, то вам очень повезло, так как он лучше всего подходит для японских крейсеров. И благодаря навыку на второй полке под названием «Поджигатель» вы максимально улучшите свои осколочно-фугасные снаряды и будете поджигать противника чуть ли не каждым залпом. Перки расставляем таким вот образом, а на вдохновление ставим тех же командиров, что и на Ямамото. А вот третий командир, Гуничи Микава, тоже имеет право на жизнь, но он существенно меняет геймплей японских крейсеров. Тут уже надо играть от средней дистанции, а это 14 км и ниже. Ваше преимущество будет в том, что вы будете пересвечивать почти все крейсера при правильной настройке, а это означает, что сможете пускать торпеды по крейсерам и линкорам, не попадая в засвет. Также вы станете более маневренным и быстрым, но я не советую новичкам игры качать этого командира и пробовать этот геймплей, потому что он очень сложный. Но все же, если захотите попробовать, то перки расставляйте в таком вот порядке. А на вдохновление нужен поляк Свирский для еще большей маскировки и француз Андре Леманье для быстрого ухода из засвета. И переходим к следующей нации, и это Великобритания. На данный момент игрового времени существует три профильных командира, а именно Брюс Фрейзер, Вильям Теннант и Азурлайн Белфаст. Основной командир на британские крейсера является Брюс Фрейзер, с него мы и начнем. Как вы знаете, британские легкие крейсера ограничены в типе снарядов, все кроме Белфаста, лишь у него есть бронебойные и осколочно-фугасные снаряды. Остальные же легкие крейсера обладают только бронебойными снарядами. Итак, давайте разберемся, как же настроить командира на определенные крейсера. Сейчас мы поговорим, как настроить правильно Фрейзера на такие крейсера, как Линдер, Фиджи, Эдинбург, ну и на остальные крейсера, которые на 4 уровне и ниже. На первой полке перков ставим пронзительный взгляд для улучшения пробития бронебойных снарядов. На второй полке возможны два варианта – на увеличение дальности обнаружения торпед или же на дальность хода торпед. Первый весьма полезен, если вы будете находиться в дымах, а ваш сонар будет на перезарядке. На третьей полке устанавливаем перк пробивания и на четвертой полке целеустремленный. Легендарный перк советую установить на биты битком, так как у нас будет увеличенное количество дымов, ремонтных команд и сонара, а перезарядка у нас и так довольно быстрая, да и большая дальность нам тоже ни к чему, ведь эти крейсера приносят максимальную пользу на дистанции от 15 км и ниже. А вот на вдохновление я советую вам установить Андре Леманье и Гуничи Микаву, чтобы сделать наш крейсер максимально незаметным и быстро уходящим из-за света. Если же будете играть на Белфасте, перки стоит переназначить в таком вот порядке. Просто меняем на первой и второй полке перки на поджог, так как на Белфасте есть фугасы, а на вдохновление устанавливаем тех же самых командиров. Под тяжелые британские крейсера вы можете настроить такую же настройку, как и под Белфаст. То есть оставляем перки таким вот образом, и на легендарных перках стоит поиграться. Взять набитый битком, если вам нужно плюс один к оснащению, или же поставить перк «Заправочная станция», дабы сократить вашу перезарядку главного калибра. Тут уже на ваш выбор. И во вдохновлениях тоже нужно будет поменять. Лучше всего будет поставить это Андре Леманье, и на второй слот поставить Франческо Мимбели для сокращения перезарядки главного калибра. Вильяма Теннанта мы пропускаем, а вот про Азурлайн Белфаст есть что сказать. Этот командир будет очень полезен для британских крейсеров с дымами,
Ведь базовый навык под названием «Из ниоткуда» снижает заметность после выстрела из дымов, и в сочетании с перком на второй полке, который дает еще больше преимущества не засветиться выстрелом из дыма, да плюс к этому радиус дымовой завесы увеличивает. В общем, это очень и очень полезный командир для британских крейсеров, так что если есть, то советую установить его в качестве основного и перки расставить в таком вот порядке. Вдохновление оставим такие же, как и Фрейзеру. И теперь следующие на очереди у нас немецкие командиры. И тут есть 4 профильных командира: Карл фон Мюллер, Гюнтер Лютенс, Азурлейн Хиппер и Азурлейн граф Шпи. Начнем с основного командира на немецкие крейсера Мюллера, так как им может овладеть каждый игрок. А вот Азурки, Хиппер и граф Шпи, возможно, еще появятся в нашей игре, но когда – неизвестно. В свою очередь хочу сказать, что они претендуют на роль основных командиров, но так как еще раз повторюсь, что они недоступны для всех игроков, то основной командир все равно это Мюллер. Основной нак Мюллера на увеличение скорости крейсеров, конечно, не самое лучшее, но остальные его перки хорошо вписываются в геймплей немецких крейсеров. Перки устанавливаем таким вот образом. На первой полке можете выбрать, что вам нравится больше. Нужен дополнительный поджог или дальность, и то хорошо. Но все-таки ББшки у немецких крейсеров очень мощные, и при возможности играйте от этих снарядов больше. На вдохновление к Мюллеру лучше всего подойдут итальянец Мимбери для сокращения времени перезарядки и Норман Скотт для более точной кучности полета снарядов. Лютенса мы пропустим, а вот про Азурок Хиппера и граф Шпи есть что сказать. Азурлейн Хиппер – неплохой командир для немецких крейсеров, и она обладает полезным навыком «Огненная стена», который снизит получаемый урон от пожаров. Остальные же перки практически идентичны Мюллеру, и установить их нужно вот в таком вот порядке. Азурлейн граф Шпи будет полезен для крейсеров с ремонтной командой, такие как Хиппер, Ойген и, конечно же, граф Шпи. Но все это, так скажем, экзотика, и навряд ли у новичков игры будут эти командиры, поэтому я всем рекомендую качать стандартного командира Мюллера. Но если же вы каким-то образом овладеете этим командиром, то перки расставляем таким вот образом, а на вдохновление ставим Нормана Скотта и Франческо Мимбели. Вот мы и добрались до французов. Здесь на данный момент есть 2 профильных командира – Андре Лимонье и Андре Ру. Основным командиром является Андре Лимонье, о нем мы и поговорим. Его базовый перк относится к полезным, ведь с его помощью вы быстрее будете отсвечиваться после последнего вашего выстрела, и это будет позволять ваша маскировка, и иногда это спасет жизнь. Так как французские крейсера не славятся своей броней, а их преимущество это достаточно эффективные осколочно-фугасные снаряды и неплохие бронебойные, предпочтительнее играть на них от дистанции и использовать фугасы, но при возможности не забывайте про бронебойный снаряд, он также хорош. Так вот, на Лимонье расставляем перки вот в таком вот порядке. На первой полке тоже можете поиграться и выбрать, что вам нравится больше. Но я выбираю дальность, так как еще раз повторяюсь, что французские крейсера довольно слабо бронированы, и попадание от линкоров вы будете ощущать. А в целом перки должны выглядеть таким вот образом. На вдохновление устанавливаем Нормана Скотта и Франческо Мимбели. Дальше по курсу у нас родные советские командиры. Есть 2 профильных командира – Николай Кузнецов и Степан Макаров. Но нас интересует только Кузнецов, так как он является основным командиром на советские крейсера. И мы должны настроить его таким вот образом. Да и сам базовый перк на увеличение дальности стрельбы подсказывает нам, что наши крейсера играются от дистанции. По сути, это так и есть. Мы должны заточить наши крейсера на максимальную дистанцию и просто выжигать противника осколочно-фугасными снарядами. Для этого перки расставляем в таком вот порядке, а на вдохновление устанавливаем все того же Нормана Скотта и Франческо Мимбели. И на выходе получаем отличную дальность, кучность, а настильная баллистика полет снарядов на советских крейсерах позволит вам попадать в противника на дальних подступах. На этом мы и закончим рассказ о советских командирах. И последняя ветку, которую мы рассмотрим, это итальянские командиры. Тут пока что 2 профильных командира, это Сансонетти и Мимбели. Что касаемо базовых навыков, то Мимбелис обладает одним из самых лучших базовых навыков, которое сокращает перезарядку главного калибра крейсеров. И этот командир подойдет идеально для вдохновления на других командиров. Особенно для тех наций, где перезарядка крейсеров больше 10 секунд. Но вот если суммировать полезность общих перков, то конечно же Сансонетти выиграет в этом показателе у Мимбели. В идеале прокачать 2 командира и использовать Мимбели в качестве классного вдохновления. Но мы все же поговорим об основном командире, и это Сансонетти. Он обладает базовым навыком, который сокращает полученный урон по крейсерам. Не самый топ, но и в то же время неплох. Основные перки устанавливаем в таком вот порядке.
На третьей полке не советую использовать перк под названием «Скрытые манипуляции». Он заточен под полубронебойные снаряды, которые пока что нам еще не подвезли. Подвезут ли в будущем – тоже вопрос. Так что ставим перк пробивания и играем в удовольствие. А на вдохновление устанавливаем Мимбели и Нормана Скотта. На этом наш выпуск подходит к концу. Надеюсь, он вам поможет в настройке ваших крейсеров. Также советую посмотреть остальные видео по настройке командиров на эсминцы и линкоры. Данные видео будут в описании под видео. Не забываем поблагодарить меня вашим лайком и подпиской на канал. Да, и не забудьте прожать колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать мои стримы и новые видео. На связи был канал Battleship. Всем удачных морских сражений, командиры!